Привет! Сегодня я делаю сыворотку, которая увлажняет, заживляет, наполняет и подтягивает кожу. Для начала мне нужен гидролат лаванды, чтобы успокаивать, заживлять и тонизировать кожу, и заодно еще успокаивать мысли и расслаблять голову. В этой сыворотке у меня три вида гиалуроновой кислоты. Высокомолекулярная для создания гелевой текстуры, которая будет притягивать воду из атмосферы и не давать испаряться ей из кожи. Среднемолекулярная для заживления и быстрого восстановления чувствительной и раздраженной кожи. Низкомолекулярная, чтобы останавливать время и сохранить подальше молодость кожи. Всю гиалуроновую кислоту добавляю к гидролату, немного перемешиваю и оставляю под крышкой минут на 15 набухать и растворяться. А потом еще раз перемешиваю венчиком до полной однородной смеси. К этому моменту передо мной уже очень легкий увлажняющий гель. Самое время добавить консервант. Перемешиваю. Еще в этой сыворотке у меня есть два самых главных актива. Синхикан – это трипептид, который увеличивает синтез моего собственного гиалурона в коже и благодаря чему повышается качество волокон коллагена в дерме. Он делает кожу подтянутой, а контуры лица более четкими. И Регусенс – это экстракт белой спаржи. Он замедляет процесс клеточного старения, запускает механизм интенсивного обновления и омоложения кожи. Повышает исходную силу кожи, чтобы задержать старение на десятилетия. Выравнивает тон, делает ее однородней. Перемешиваю хорошо. Заполняю бутылку. Подписываю и клею этикетку. И вот особенная сыворотка, созданная специально под запрос моей кожи, готова. Пока!